Шила Прабхупада Кинджа, Аманта Кутила Вишнавинда Кинджа, Грантара Шримад Бхагаватам Кинджа, Тайгора Премананда. Так, что мы сегодня читаем? Порядка в номер? Да, 10.37. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Седьмой мы читали. Читали. Восьмой сюда. А, девятый. Седьмой, восьмой, два стиха. Девятый текст. Десятая песня Шримад Бхагаватам, третья глава «Рождение Господа Кришны». 9.10. Тамадхутам Балакам Абуджекшанам Чатурбуджам Шанкагадаяу Даютам Шрибатталакшмам Гала Шопхикауступхам Питамбарам Сандрапайодам Субхагамахарха Вайдурья Киритакундалам Тиша Паришвакта Сахасра Кунталам Удама Канчангада Канканади Пирвирочаманам Бастудева Айкшатам. Большой пословный перевод займет все весь Бхагаватам. Мы прочитаем несколько слов. Там, того, адбутам, удивительного, балакам, ребенка, амбуджа икшанам, того, чьи глаза напоминали лотосы, чатурбуджам, четырехрукова, Шанкагада Ади, держащего раковину, палец, диск и лотос. В этих четырех руках. Удаютам, вооруженного разными видами оружия. Шриватса Лакшмам, украшенного особым волоском. Шриватси, который можно увидеть на груди только у Верховной Личности Бога. Гала Шопхи Каустубхам, носящего на шее драгоценный камень Каустубха, который встречается только на Вайкунтхалоке. Питамбарам, одетого в желтой одежде. Сандрапайода Саупхагам, прекрасного цвета, похожего на темные тучи. Маха Арха, Вайдурья, Кирита Кундала, шлемы и серег с очень дорогими камнями Вайдурья. Ну тут мы прервемся, будем читать перевод. Васудева увидел новорожденного, у которого были удивительные красоты глаза, похожие на лотосы, и который держал в своих четырех руках четыре вида оружия – шанку, чакру, гаду и падму. На груди у него был знак Шриватса, а на шее – слепительный камень Каустубха. Его тело темное, словно густая грозовая туча, было облачено в желтой одежде. Его пышные волосы разметались, его шлем и серьги, украшенные бесценным камнем Вайдурья, ослепительно сияли. Этот ребенок, на котором были еще и сверкающий пояс, ручные ножные браслеты и другие украшения, казался чудом.
Так, здесь что-то удивительно описывается Адбутом. С этого начинается комментарий Шрила Прабхупады. Слово Адбутом удивительный. Если мы что-то встречаем удивительное, то нас попросят как-то это раскрыть, что удивительного. Где? Что ты видел? Ты можешь мне рассказать? Я тоже хочу удивиться. Ты все очень хотят быть удивленными постоянно. Иначе, ну, это сколько тамас, однообразие, майвада. Единственное, что я знаю, это есть я. Все остальное скучно наблюдать. И неинтересно. И тем не менее, хотя вот эта концентрация на своем я такая вот ложная, очень дорога человеку, он скучает в этой концепции, в одиночестве. Потому что Адбутом удивление возникает тогда, когда есть любовь только. Например, любовь к красоте. Если человек чувствует красоту, он будет удивляться. Ой, как красиво. Видит это? Если это любовь, то она свяжет его, видит, он оценит, он почувствует красоту. Или человек любит другого человека, и тоже он кажется ему очень удивительный. Не такой, как все. Тоже о нем можно рассказывать. Что-то удивительное. Если, особенно, когда родители любят своих детей, они очень удивляются, они говорят, что мой ребенок, он не такой, как все. Что-то сравнивать даже не надо. Он понимает, что для меня это так, потому что там есть любовь, и я удивляюсь, ну, всему, что вижу в этом человеке или в этом явлении. И то, что здесь описывается, невозможно видеть материальными глазами. Васудева не был обычным человеком. На самом деле, имя Васудевы произносить не принято публично. Он на одном уровне с Богом находится. Это духовная платформа. Никто не знает, что это за личность, у которого принял прибежище Господь в форме его сына. Он очень желал, это любовь, это такая сильная любовь, что Господь принимает образ его сына, вечного сына. Васудева, я означает сын Васудевы. Иван Иванович. Иванович означает, что отец его Иван Иванович. Здесь Васудевович. Васудева, я длинный А, значит, это принадлежит Васудеве. Кришна — это тот, кто принадлежит Васудеве. Васудеве, Васудева. Сын Васудевы. Кришна, Васудева. Это имя отчества. Вечно его. Вот. Есть, конечно, и фамилия, но пока не раскрыта еще. И одновременно с этим мы его знаем как сына Ананды Махараджи. Заметьте, когда мы читаем Бхагаватам или возносим молитву Верховному Господу, мы говорим «Ом намо Бхагавате Васудевая» Верховному Господу. Но когда речь идет о его отношении с Ананды Махараджей, совсем другие имена используются. Здесь это еще не раскрыто, здесь раскрыта только первая фаза его явления Бога. Это первая фаза его явления. За этой фазой Бога слепительно, непостижимо, есть нечто таинственное. Хотя мы об этом и говорим, и слышим часто, но мы понимаем, что мы еще не достигли этого, хотя кажется все близко и понятно, и прочитано, но мы как, почему мы этого не достигли? Даже сознавая Бога, мы еще не достигли личных, близких отношений с Кришной. Почему не раскрывается это вот строение Бхавы? Где я могу сказать, что Кришна — это мой друг. Мой Господь, мой. Не чей-то еще. И я никогда никому это не отдам. Это вечно. Я его слуга. Почему трудно подойти к этой черте? Сначала нужно подойти к Богу. Не сразу вступать в фамильярные отношения. Кришна мой, любовь, ты мой друг. Дай мне то, дай мне все, по дружбе. Договоримся с тобой. Я предлагаю ему свое материальное желание, хочу, чтобы этот друг исполнял мои желания. Нет. Йога майя не позволит даже близко подойти к такому настроению. Будут серьезные проблемы.
Сначала мы обращаемся к Нему почтительно, учитывая величие, могущество Его положения божественное. Шри Бхагаван Вача, так начинается уже серьезный разговор. Сначала нужно обратиться к Богу, к Нему как к Богу. И необычно, что в Бхагавад-гите Кришна Арджуне тоже говорит это. Обратись к Богу, он говорит. Разговаривает с Арджуной, Арджуна с Кришной, Кришна говорит, обратись к Богу. То есть обратись не просто ко мне, как к другу. Если ты хочешь узнать такие вещи, которых ты спрашиваешь, которые важны для всех, то нужно обратиться к Богу, не просто к другу. Но когда они по-дружески разговаривают, там нет Бхагавад-гиты. Там нет Бхагавад-гиты. Кришна просто восхищается Арджуной, смотрит на него с любовью, описывает, какой красивый Арджуна. Личному, личной беседе они так вот сидят, просто говорят, и Кришна вот описывает, как красив Арджуна, какие подвиги он совершает, а какие еще совершит, и какой он праведный, и какой он дорогой для него друг. И Кришна так углубляется в эту тему, что в конце заключает: Арджуна, твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. И в этом нет никакой фамильярности, потому что они на одной платформе. Арджуна ничего не может сделать против воли Кришны. Никогда не допустит себе такого. Кришна говорит: твой враг, мой враг, твой друг. Это что-то другое. Что Бог ко всем равно относится? Но дружба – пристрастие. Явное пристрастие. Демоны не понимают этих любовных отношений, обвиняют его в пристрастии. И тем не менее, Дурьотхане он предложил справедливый выбор. С одной стороны, кто-то из вас может выбрать мою армию, огромную армию, могущественную. Помогу, что равную мне, воины. И с другой стороны, кто-то может выбрать просто меня. Но я не буду сражаться, браться за оружие. Такие были условия Кришны. Вот выбор. Дурьотхане и Арджуне. Выбирайте. Дурьотхана выбрал армию. Он не понимал этих отношений. Он не понимал до конца, что Кришна непреодолим даже без оружия. Он не видел то, что здесь описано. Думал, это какой-то мистик. Просто мистик. Прошедший через аскезы, вот он эти фокусы все показывает. Трюки очень разумные, но все равно мы обманем его. В данном случае мистика не поможет, если у меня будет большая армия, оружие, такие воины, как Бхишма и Дрона. Он был абсолютно уверен, что это невозможно. И армия происходила в 3 раза. Армию 4. И тут еще Кришна предлагает на выбор. И Дурьотхана выбирает армию. А Арджуна выбирает Кришну. Причем Арджуна выбирал первый. Дурьотхана был очень напуган, он знал, он думал, что Арджуна сейчас заберет армию, конечно же. Но Арджуна вообще не думал про армию, он думал про Кришну. Это называется сознание Кришны. Значит, какая вера должна была быть, чтобы выбрать Кришну без оружия? Дурьотхана подумал, ну и глупец же этот Арджуна, такой сентиментальный вообще. У них одни сентименты, он недостоин был быть царями, императорами, они сентиментальные, чувствительные вообще. Эти сострадательные, смиренные вообще, отвратительные цари. Ну как царь может быть таким вообще? Царь должен быть жестким, суровым, никто не будет подчиняться, как будет порядок навести. Он совершенно не понимал, что Арджуну любили все, Кришну любили все, да, ну кроме демонов. Итак, демоны не понимают этих отношений. И Кришна, когда остался наедине с Арджуной, он спросил его: ну и что, ты не жалеешь, нет? Я же не буду сражаться, Арджуна, я же предупреждал. Ты выбрал меня вместо армии. Ты вообще подумал хорошо? А ведь ты Юдхиштхира, своих братьев, об итоге сражения, о дхарме, в конце концов. Ведь вы же кшатри, вы должны оружием защищать дхарму. Вот он не выбрал оружие, ты не выбрал воинов. Ты выбрал меня, безоружного. Оружие, ты сентиментальный, ты глупый.
Но Арджуна не был сентиментальный и глупый. Он сказал: «Нет, Кришна, я не глупый. Ведь если я выбираю тебя, я выбираю защиту всего всех трех миров. Ты поддерживаешь все три мира. Тебе не нужно браться за оружие. Просто возьми вожжи моей колесницы. И мы победим». О, Арджуна. Это было испытание Кришны еще раз одно. Это было суровое испытание. Не каждый мог бы сделать такой выбор перед битвой смертельной, братоубийственной. Арджуна, не задумывайся, без всяких сомнений. Это правильный выбор, лучший для меня. И все на самом деле по твоей воле происходит. Просто возьми вожжи моей колесницы. Но Арджуна не видел четырехрукую форму, он видел вселенскую форму. Он просил Кришну: «Покажи. То, что ты рассказываешь, меня потрясает в самое сердце». Он слушал с полной верой, потому сказал: «Покажи эту форму». Он говорит: «Кришна, покажи эту форму». Это не было испытанием Кришны, нет. Это было важно для того, чтобы все остальные убедились, кто такой Кришна. С Арджуной все было понятно. Раз услышал Бхагавад-гиту, он больше ее не повторял, он ее усвоил навсегда. Абсолютная, полная вера, никаких препятствий, никаких сомнений. То есть вера в Бога должна быть такой, чистой, без всяких сомнений. И когда Кришна показал вселенскую форму, даже Арджуна, видевший виды разные, он был потрясен, но не смог этого выдержать. Сказал: «Довольно, достаточно. Сейчас разрушу самый разум». И Бхагавад-гита это так вот описывается, без каких-то особых подробностей, с некоторыми повторами, потому что нельзя это описать, даже повторяя снова и снова, это невозможно все-таки воспроизвести. Мы пытаемся снова и снова, но невозможно это воспроизвести. Вот эти повторы многочисленные в 11 главе есть. Что Арджуна задыхался, и он был сильно потрясен. И вот эти повторы Санджая тоже не мог ничего. Выйти за пределы своего разума невозможно это описать. Однако само состояние Арджуны говорило о том, что он не может так жить, вообще со вселенской формой. Невозможно. Она произвела на него самое ужасающее впечатление, все материальное творение, без иллюзий. Он увидел всю материальную вселенную без иллюзий. Он был потрясен. Здесь же Васудева видит духовным зрением. То, что не видит, никто не может. Во-первых, он увидел первое – это глаза. Когда младенец открывает глаза, там просто там пелена такая, знаете. Он вас видит и не видит. Еще в состоянии, не в состоянии воспринимать осознанно. Он впервые появляется в этом теле на свет. Для него ничего этого нет в его сознании. Он не знает, что это такое. Понятия не имеет. И первое, что он понимает, это пища. Это первое понимание матери. Это пища и уют. Уют, комфорт. Это он чувствует. Все. Но еще не знает, что это мать его. Это со временем проявится до божественного уровня. Когда он вырастет, если еще ему повезет, он может развить свое сознание, сможет осознать, что такое мать, отец, общество людей, их устройство и прочее. Это гораздо-гораздо позже, и не каждому еще повезет проникнуть в эти тайны. Но по факту он рождается в невежестве полном. Даже открыв глаза, ничего не может об этом сказать, отреагировать. Получает просто шок. По малейшему поводу кричит, как сумасшедший. По ближнему поводу. То есть душа там находится в таком неведении и страхе. Это первый год рождения. Страх. Поэтому дети сильно кричат, панически кричат. По ближнему поводу. И единственное прибежище – божественная – это мать, которая единственная, кто может его успокоить. Никто больше. Но здесь глаза. И вот сюда увидел, похожие на лотосы, глаза. Вообще, если мы вот такая психология красоты, она удивительная. Если мы видим что-то очень красивое, то мы чувствуем, что в этом есть какой-то смысл. Замечали это?
Он приковывает, наводит какие-то возвышенные философские мысли естественным образом. Красота Кришны такова тоже. Она сразу пробуждает вопросы и ответы. Новые. То есть новизна красоты, значит, новый этап у вас начинается развитие. Если вы видите какие-то еще формы красоты раньше, которые не видели, начинайте новый этап саморазвития. Через красоту, через знание, через атрибуты Кришны мы так продвигаемся, осознавая больше, 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 больше. Но красота – это главный атрибут для преданных. Очаровывает. Не так, что мы устаем от этой красоты. Я был в Эрмитаже не один раз. И всегда выходили оттуда утомленные, уставшие. Это самое-самое новое. Самая тяжелая работа – ходить по музеям. Кажется, что нужно каждую картину оценить, снова настроиться, значит, вы устаете быстро. Первое, что думаете, потрясающе, такие залы, тут такой паркет, и такие колонны, тут изумруды, тут еще что-то, тут все из золота. Музейные ценности хранятся государством, тут такие картины, шедевры вообще. И уже через час вы никакой тут выходите. Очистились, все. Не такая красота, не застывшая красота. Это застывшая красота, не динамичная. Кришна красота, она экстатичная, то есть пробуждающая духовные органы восприятия. Материальные органы восприятия быстро устают, конечно же. Мы не можем долго делать одно и то же, но с духовной точки зрения это вечно происходит. Вечное восприятие. Если речь о Кришне идет, конечно же. О его глазах. Удивительной красоты, похожей на лотосы. И он еще держал в четырех руках шанку, раковину, чакру, гаду палец и падму, лотос. Это вселенские атрибуты. Это не из пруда лотос. Знаете. Это лотос, с которого рождается Брахма. Это другой лотос, не увядающий лотос. Итак, все другие атрибуты, они связаны с какими-то явлениями природы. То есть это изначально его слуги, это его живые существа в руках. Палец Акаумадаки. Ну, ты же просто сказать, видишь того демона? Разберись. И она разбирается. Без его участия, собственно говоря. Может, и не участвовать в этом. Но ему интересно тоже. Владеть булавой, он тоже как танцует, знаете, с демоном, развлекается. Ну, ударь меня, демон бьет вот этого акра прямо в бровь, булавой со всей силой. Ну, Кришна даже не шелохнется, и боли никакой не чувствует. И снова танцует с ним, играет. Потом бьет его палец о Каумадаки в середину груди. Что интересно, ребра целые. А сердце разорвалось пополам. Вот это удар. То есть ребра целые. А сердце разорвалось пополам. Изнутри удар. Каумадаки. Пока такого оружия еще не изобрели. Которое действует изнутри. Но скоро изобретут что-то подобное. Будут перевооружаться очень быстро. Вот это ядерное оружие. Люди скоро поймут, что нужно срочно его устранить. Потому что надо более... могущественные формы уничтожения. Уже к этому идет, ускоряется процесс. И эти оружия, которые используют обычно вот эти кшатрии ведические, они всегда применялись при помощи мантр. Конечно, и сила, но она должна быть соединена с тонким носителем. Например, вы понимаете, в чьих руках еще оружие имеет значение. Его внутренняя энергия этого человека имеет огромное значение. Не только физическая сила. И именно действует внутренняя энергия. Итак, у Кришны эта внутренняя энергия, она преобразовывается в его различные экспансии, атрибуты живых существ, пространства, различные элементы. И вот начинает этот разум действовать. Причем он просто говорит, нужно сделать так. Энергии так и действуют. Почему? Это внутренняя энергия. Что это означает? Желание. Это наше желание. Все наши желания поддерживаются сверхдушой.
Без этого ничего не произойдет. Но прежде чем пожелать, нужно узнать. Сначала знания, потом уже новые желания. На платформе знания мы желаем. Мы желаем то, выбираем, с чего мы знаем, конечно же. Если мы чего-то не знаем, как, откуда желание появится. Мы должны узнать человека, прежде чем появятся какие-то отношения. И Кришна, он пробуждает новые желания у своих преданных, духовные желания. Отсюда эти новые способности, уникальные способности, которые не встречаются в материальной природе у преданных. Они обладают большой проницательностью, у них разум нацелен, настроен, чувствуя разум на сверхдушу. Никто не знает об этом, кроме преданных, на практике. Есть эзотерики, знаете, которые просто как бы фанатично, воображаемо верят в это. Они изображают это, придуманная их какая-то философия. Это не то совсем. На практике она неприменима, эзотерика, люди знают. Она просто как развлечение, как часть культуры фантастической, как нечто экзотическое в обществе, не больше этого. Но на самом деле знания, которые исходят из сверхдуши, нужно применять на практике именно. Это и называется сверхдуша. Преданные способны на это, никто больше. То есть наша эзотерика очень практична. Она осуществляется мистическим образом, осуществляется все, что желает Кришна. Если у нас эти желания пробуждены, которые Кришна нам дает, нет никаких препятствий, никогда у человека не будет никаких неудач. Победа, сила, нравственность, все это сопутствует, Гити говорит, если мы понимаем Верховную Личность Бога. И на груди знак Шриватса, это волосок. Трансцендентный волосок на груди, завиток. Только у Вишну. Нараяна, никого другого не повторяется. Хотя на Вайкунтхе, у жителей Вайкунтхи тела подобные. Четырехрукие формы многие имеют. Многие. Не отличить. Но вот этот отличительный знак у них отсутствует. Этот волосок, завиток, это именно прибежище богини процветания, Лакшми. Там она находится. У груди Господа, где этот завиток есть. Особый. Это знак Шриватса. А на шее ослепительный камень Каустубха. Не встречается этот камень Каустубха в материальном мире, даже на высших планетах. Сьямантака встречается на высших планетах. Он есть и на Вайкунтхе. Но Каустубха нет, это личный камень Кришны. Этот камень чувствительный, он меняет цвет всякий раз, когда у Кришны меняется настроение или мысли. И по состоянию этого камня можно догадаться, о чем думает Кришна, что он желает. Он так служит преданным. Было бы сложно понять иногда, что человек хочет вообще. Вот он молчит, сидит, у него настроение, вы не знаете, как к нему подойти. Нужен камень Каустубха. На него просто повесить камень Каустубха. И Каустубха все рассказывает, что там у него на самом деле на уме. Ну, как детектор лжи, да, использует сейчас. Но это в позитивном смысле. Камень Каустубха. Он носит его здесь на груди, и вот Каустубха прямо на груди, вот здесь непосредственно общается с его трансцендентным телом. Его тело темное, словно густая грозовая туча. И было облачено в желтой одежде. И оно сияет ярче солнца во много-много раз, при этом, хотя оно темное. Темное солнце, видели что-нибудь подобное? Это Кришна. А обычно, когда человек слишком темный, то не считается красивым. Более красивым считается светлая кожа, поэтому люди любят светлокожие. Светлокожие гордятся своей кожей. Но здесь Кришна темный. Но он сияет при этом. Тут парадоксальное явление. Непонятное для нас, но мы должны видеть, что касается личности Бога, он вообще непостижим. Вообще непостижим. Все равно непонятно, что здесь описывается и зачем. Четыре руки зачем? Чтобы все держать.
Еще и держать нужно в этих чарах, все, ходить с этими атрибутами. Все эти украшения, гирлянды, это нужно как статуи стоять просто, знаете. Нам все равно непонятно, как это работает. Как это работает. На материальном уровне это не работает. Был один такой, Паундрака. Он так и нарядился, в точности, как тут написано. И гирлянду Ваджаянти ему смастерили до стопаш. Правда, меняли ее постоянно, потому что она увидала у него. Четыре руки у него не было, но примастерили из какой-то папье-маше, что ли. Ну, что-то такое сделали. Еще две руки прикрепили ему сзади. Атрибуты все эти тоже прикрепили. Шлем золотой, гирлянда Ваджаянти, там камень Кауступха подделанный, все, все. Одежды желтые. Какой-то вид ему придавали. И все люди верили, что это Нараяна причем. Почему? Ситха. Это не просто театр, ситха. Он внушал людям эти мысли, и люди воспринимали, о, Нараяна у нас. В нашей столице Каши у нас Нараяна управляет. И он сам уже в это поверил, что все ему кланялись, его мурти стояли в храмах, на площадях, ему предлагали пуджи каждый день, прасад и прочее, одежды новые, там, поклонения делали. Паундрака. Был такой царь во времена Кришны. И он поверил в собственное могущество настолько, что бросил вызов Кришне уже по-настоящему. Случается такое с нами, нет? Что мы тоже настолько верим в свою безупречность, что начинаем с кем-то спорить и ругаться. Потом выясняется, что как-то неприятно, понимаете, случилось, попал в просак. Каждый причем попадает в просак. Если два ссорятся, дурак тот и другой. Это нужно просто правильно представить, чтобы понять, кто дурак из них. Обычно кажется, что только один из них дурак должен быть. Потому что не бывает два дурака сразу же. Да? Кто-то же прав должен, когда спорят. Нет, нет, оба дураки. Потому что в шастре говорится, если вы спорите с человеком ниже себя, например, он дурак, но вступаете с ним в спор, вы опускаетесь на его уровень. Но если вы дурак, но слушаете человека разумного, вы поднимаетесь до его разума в этот момент. Это вот разум. Такие законы. Этот Паундрака, он написал письмо обстоятельное, основанное на шастрах, что я не зашел в этот мир по собственной воле и милости. Я есть Господь Нараяна. Поэтому, Кришна, ты должен отказаться от своего ложного положения и вернуть мне все атрибуты, которые ты присвоил. Булаву, раковину, диск и лотос. Мне вернуть. Если ты это не сделаешь, не хочешь сделать, тогда прими вызов, честный бой. Он был настолько уверен, Паундрака. Не боялся, он абсолютно был уверен. Ситха, мистик. И Кришна прочитали это в зале собраний, в Двараке, это письмо громко. В зале присутствовали все лидеры ядовов, великие цари, кшатрии, которые понимали положение Кришны очень хорошо. И слышали про Паундраку много всяких новостей интересных. Что что-то с психикой человека. Ну, странный. Не трогайте его, он просто странный. Есть такие люди. Ну, пусть так будет. Ну, просто, ну, у него с психикой что-то. Ну, что делать? Вот, но он бросил же вызов кшатрию. Отказаться нельзя от вызова. Когда это письмо услышали все ядовы, они хохотали долго-долго. Буквально уже животы болели. Даже кто-то упал на пол от смеха. Не могли остановиться просто. И Кришна тоже с ними смеялся. То есть так они развлекались, такие игры. То есть Паундрака помогал, раз от смеха вызвал. Так он послужил Господу, конечно. Ну и они собрались на поединок, значит. Были армии с двух сторон, вышли из города Каши, армия Паундраки. Кришна подошел тоже на колеснице, в своих атрибутах Нараяны предстал. И тут появился Паундрака. Руки трясутся.
Ну, чучело такое, знаете, да? Подделка. Все еще раз, ха-ха-ха. Боже мой, что с ним такое? Ну, да, всерьез, что ли? Ну, это уже слишком, ну, чересчур. Людей путает, конечно же. Люди уже начинают верить во всю эту ерунду. И Кришна говорит, ты меня вызвал, бросил мне вызов. Я пришел тебе вернуть первый атрибут. Лови чакру, эй! Возвращаю тебе мой атрибут, твой атрибут. Пандурага протянул свою руку, чтобы взять атрибут. И рука отпала почему-то. Одна, потом вторая, потом третья, четвертая. Потом он ничего не помнит. Голова отпала. Тяжелый атрибут оказался. Это слуги Кришны. Причем, нужно понять, есть непосредственно слуги Кришны, вот как эта чакра. Мы не можем ее управлять. А есть пхинна пракрити, энергия Кришны, отделенно, как будто мы можем ее управлять. Можем заявить права на собственность, потому что она отделенная и пассивная, кажется. И все равно она находится под его управлением. Например, через время. Чакра олицетворяет время. Она разрушает все, что мы создадим из этих материалов. Мы ничего с этим поделать не можем. Все подвержено разрушению. Даже это тело. Раковина, она звук, олицетворяет пространство безграничное. Да, во всех частях пространства присутствует эта чакра, она контролирует все. Все, что мы говорим, все, что мы слышим. Кришна все знает. Причем ему самому не нужно все это подслушивать и так далее, ставить видеокамеры. Я звук в эфире. Эфир все содержит. Это его энергия. Она отделенная, но не значит, что Кришна не знает эфир, не знает землю, не знает воздух или воду, или наш ум. Это он сам. В отделенном состоянии. То есть ловушка, майи. Нам кажется, что это не Бог, а это все равно Бог. Просто в других проявлениях, у него много проявлений. И материальное вещество – это одно из его проявлений тоже. Ничего, кроме Бога-то, не существует. Он источник всего. И живого, и неживого, то, что мы называем. Фотоны света – это экспансия живых существ. Атомы – это экспансия живых существ. Изначально все это было духовно. Теперь все это уплотняется, становится веществом. Состояние джив, огромное количество их, сколько, представьте. Все, что мы сейчас живем. Это тоже духовный мир, но в этом состоянии не особо невеж, покрытый невежеством, как бы коркой. Огрубевшее состояние духа. И мы это знаем с вами, что наше сознание может быть тоже находиться в невежестве, в полном, а может быть в знании. И если мы попадаем под влияние материи, неминуемо погружаемся в это невежество. Но если мы обращаем свой взор внутрь, к сверхдуше, материи как будто бы нет. Вообще нет. Есть повсюду только свет и знания. Повсюду. Вы все видите. Все вокруг начинаете видеть. Кто такой Бог? Не надо вот это читать, себе внушать. Читать интересно, но можете все увидеть. Прабхупада так спрашивали, а вы видите Бога, вот вы говорите. Вы тоже можете увидеть, он сказал. Нужна практика. Если вы разовьете свое сознание, любовь к Богу, вы везде увидите его. Повсюду. Чтобы обосновать слово «адпхутам», которое означает «удивительный», в этом стихе подробно описываются украшения и драгоценности, сиявшие на новорожденном. Брахма Самхити 5.30 тоже сказано. «Бхагаватам сам аситам Будда сундарангам». Прекрасное тело Господа цветом напоминает темные густые тучи. Асита значит черный. Асита. Амбуда – туча. Амбуда. Там, где вода.
насыщенная водой, не белая туча, а насыщенная Будда, черная получается. Слово «чатур буджам» указывает на то, что сначала Кришна явился с четырьмя руками в образе Господа Вишну. Ни один другой ребенок за всю историю человечества не рождался с четырьмя руками. А слыхано ли, чтобы у новорожденного были длинные волосы, разметавшиеся? Стало быть, явление Господа резко отличается от рождения обыкновенного ребенка. Драгоценный камень Вайдурья, который иногда выглядит синим, иногда желтым, иногда красным, это камень Свайкундхалоки. Именно этим драгоценным камнем были украшены шлем и серьги Господа. Когда Васудева увидел своего необыкновенного сына, его глаза округлились от изумления. Попробуйте так удивиться. Глаза округляются, нет? Это что, твой институт прикладной духовной технологии? Вы должны прикладывать же знания сразу же. Глаза округлились, видите тут. Вы скованы. А Васудева не скован. Он видел все это необыкновенно, что мы прочитали, и глаза его округлились от изумления. Охваченный духовной радостью, он мысленно собрал 10 тысяч коров. Мысленно собирайте. Только посчитайте, 10 по 10 нужно быть. Коров и раздал их браманам. Нужно представить браманов. Не просто формально. Если просто представите формально какого-то брамана, назовете его браманом, вам жалко будет 10 тысяч коров отдать. Настоящий браман должен быть что-то. Если видите настоящего брамана, вы не пожалеете. Даже отдать 10 тысяч коров. Можете принести ему все деньги сразу же. Вы нисколько не усомнитесь, что это правильно будет сделано. Вот Васудева браманам раздал по 10 тысяч коров, устроив таким образом трансцендентные торжества. То есть в сердце. То есть истина совершается именно внутри сердца. Ведь много можно сделать внешне, но без участия сердца это никакой цены не имеет. Фейк называется. Это просто фейк. Или фокус-покус. Чтобы люди, ну, как-то заметили мою щедрость, допустим, мои таланты, мои способности. Это чисто внешняя вещь. Не приносит счастья никому. Неглубокое удивление, и затем она трансформируется в зависть. Обычно. О, ты стал миллионером? О, потрясающий, тут же. Почему не я? Все же дуракам. Это просто фейк. Ничего полезной цены из этого не сводит, видите, в сердце человека. Но внешне, да. Вот это внешний атрибут. Люди так привязаны к этим внешним вещам, боятся все это потом потерять, потому что без этого он ничего не имеет. В сердце не пусто. Он нищий в сердце. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур подробно объясняет, почему Васудева так удивился, увидев своего необыкновенного сына. При виде новорожденного, облаченного в роскошной одежде и украшенного драгоценными камнями, его охватила дрожь. Он сразу понял, что это явился Верховный Господь. И не как обыкновенный ребенок, а в своей изначальной четырехрукой форме, со всеми украшениями. Первая причина для его изумления – Господь не побоялся явиться в темнице, куда Камса заточил Васудеву и Деваки. Вторая причина. Хотя Господь Высший Дух пронизывает собой все, Он появился из лона Деваки. Третья причина. Ребенок родился из чрева матери, увешанный украшениями. Четвертая причина. Верховная Личность Бога, объект поклонения Васудеве, стал его сыном. Все это привело Васудеву в состояние трансцендентного ликования. И он захотел устроить торжества, которыми кшатрии обычно отмечают рождение ребенка. Однако, находясь в заточении, он не мог устроить эти торжества в реальности, и потому сделал это мысленно. Это было то же самое, что провести их на самом деле. С точки зрения внутренней энергии, это то же самое. То есть сначала мы становимся щедрым внутри. Вот что-то нужно пожертвовать, дать, помочь кому-то.
Я понимаю, что это хорошо, но не решаюсь. У меня есть в сердце привязанность к своей собственности, есть своя жадность, есть своя оценка, кому и зачем, и почему, у меня есть сомнения. Я не решаюсь, главным образом, потому что есть привязанность и жадность к собственности. Поэтому сначала человек это обдумывает в сердце. И когда в сердце у него просыпается вот это сострадание, когда он это вот медитирует, что-то он отдает, допустим, отдает, что же будет, когда просыпается это сострадание, оно побеждает жадность. Сначала в сердце это происходит. Потому что брать от жадного человека пожертвования нельзя. Если это без участия сердца, нельзя брать ничего. Ни пищу принимать, ни пожертвования принимать. Нехорошо это. Это не будет настоящим обменом. Любовным обменом не произойдет ничего. Если там нет вот этого сострадания, или от сердца, или от души, из благодарности, если нет этой, вот этой внутренней энергии, это просто ложное пожертвование. Стыдно, позорно брать такие деньги или подарки. Это позорно. Итак, он сделал это в сердце, на самом деле. И это означает, что затем, если в сердце это произошло, вы это легко потом уже делаете. Вы способны на такие вещи. Если у человека нет возможности служить Верховной Личности Бога внешними органами чувств, он может делать это мысленно, поскольку деятельность ума ничем не хуже деятельности остальных чувств. Это называется недвойственным абсолютным состоянием Адвайта Гьяна. Можно развить такое знание. Йога. При помощи йоги это происходит. Как спортивная йога. Я когда-то изучал йогу еще в школе. И выяснилось, что йога мне нужны стадионы или какие-то большие пространства, спортзалы, чтобы, скажем, метать копье. Ну, чтобы метать копье, нужны целые стадионы там. Стоят далеко, то нужно такие пространства какие-то устроить. А в системе йоги не нуждается человек. В комнате тренируется, потом выходит на стадион и делает это. Делает рекорд. Как? Медитирует. У него даже копья нет в руке. Он просто медитирует в комнате, что у него есть копье, этот вес. Мысленно, в уме все воспроизводит. У него начинает группа мышц работать, естественно. Все это медленно. Воспроизводит до деталей все эти вот. И так он тренируется долгое время. Метает копье. Все. Стадион не нужен. Потом ему дают копье. Он говорит, это копье, что ли? И полетело копье вообще. Также штангу поднимает без штанги. И вы медитируете на тяжести. В уме это можно сделать. И ваши мышцы начнут работать точно так же. Кости трещат вообще. Это йога называется. Мы вот не видим Бога, не были на Вайкунхе давно, лететь далеко. Мы вот тут маленьким Сарасвати Холи собрались и думаем. То же самое. Потом выходим на улицу и книги распространяем, проповедуем по всему миру. Получается же. А где научились? Вот здесь, в какой-то квартире или в помещении. Почитали что-то, подумали, попели и все. И мир завоевали потом. Это Адвайта Гьяна называется. Как правило, по случаю рождения ребенка люди совершают разные обряды. Так почему же Васудеве было не совершить такой обряд, когда сам Верховный Господь родился как его сын? Так он обрадовался. А потомок царя Бхараты Махараджа Парикшит Васудева понял, что этот ребенок – Верховная Личность Бога, Нараяны. Окончательно придя к такому выводу, Васудева полностью избавился от страха. Молитвенно сложив ладони, сосредоточившись, он преклонил голову и стал возносить молитву ребенку, осветившему своим могуществом место, где он родился. Потрясенный Васудева сосредоточил свое внимание на Верховной Личности Бога, осознав могущество Верховного Господа. Васудева тотчас избавился от страха, ибо понял, что Господь пришел, чтобы защитить его. Гатабхи
Прабхава Вид. Понимая, что перед ним находится Верховная Личность Бога, он стал возносить подобающие молитвы. Так преданный чувствует, что он теперь под защитой. Это симптом. Добретает бесстрашие. Симптом преданности. Если мы на самом деле осознаем Кришну, искренне страх уйдет. Уходит страх. Наше существование, наше беспокойство будет меньше, 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 меньше. Далее будет уже молитва Васудева. Это отдельная тема, очень интересная и важная в нашей практике. Сейчас можно вопрос? Пожалуйста. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Во-первых, за такое понятие застывшей красоты. Действительно, когда посещаешь Эрмитаж, я думала, что это у меня, думаю, я, наверное, не такой ценитель красоты, потому что через какое-то время ты действительно устаешь, хотя там, ну, реально очень красиво, ты вдруг утомляешься. И я подумала, что в человеке тоже бывает застывшая красота и динамичная. Динамичная – это всегда сознание Кришны. Тогда сколько бы человеку ни было лет, он очень красив. А вопрос у меня вот какой. Армия Кришны, Яду, они не относились к этой какая-то другая армия? У Кришны была еще личная армия. Они тоже полубоги свои кунхи? Нет. Нет? Это просто... Нет, нет, нет. Они жили в Двараке. Там только одной охраны царя у Грассены было несколько квадриллионов. Двараки. Это не Яду. И были воины, просто обычные воины, которые служили, вот, защищая Двараку. Вот его армия была. Не Ядова, я не знаю. Но Ядовы тоже участвовали в этих кшатри, которые ссорились потом про Абхазию. Они вспоминали эти события, сражения, упрекали друг друга за ошибки. То есть они тоже сражались. Ядовы. На стороне Дурьотхана? Поэтому я не знаю точно, как и какие еще армии, но Ядовы некоторые тоже. Но там не упоминается Самба, Прадьюмна, сыновья Кришны не упоминаются, чтобы они были на Курукшетре. Именно армия. Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны, примите, пожалуйста. Я хотела спросить по поводу Кришны и Арджуны. Удивительно, что Кришна не оставляет сомнения, дав вибор первым Арджуне. Если бы первый выбрал Дурьотхана, тогда могли бы говорить, что ему ничего другого не оставалось. И у меня вопрос. Арджуна — вечный спутник Кришны. Как Арджуна распознал Кришну, когда они встретились? Когда они встретились? Первый раз. В Бхагаваме это не описывается, а вот где-то описывается Пурана. Махабхарате тоже этого не встречал, хотя у нас не вся Махабхарата была переведена. Их первая встреча. Но в фильме Махабхарата этот сюжет есть, как они увиделись. И Арджуна сначала... смеялся, Субхадра ему рассказывала, сестра Кришна про него. Что Кришна такое, он шутил, просто смеялся над этим. Ну, сестра придумывает про брата, что-то очень любит. Когда... Но когда они увиделись, Арджуна сказала, можно я буду с тобой всегда? В этом сюжете так было. А разве Субхадра не Кришна познакомил Субхадру с Арджуной? Разве не Кришна Субхадру с Арджуной познакомил? Он же его познакомил. Свадьбу? Ну да, он же Арджуна не был же знаком с Субхадрой. Нет, это уже о свадьбе говорите. Так он же ее даже не знал. Ну вот как-то знал. То есть сначала Арджуна с Субхадрой был знаком? Возможно, я не знаю, потому что в те времена по-разному люди общались. Они знали друг друга все. Например, Рукмини знала про Кришну, хотя ни разу ее не видел, слышал о нем. И Кришна тоже слышал про Рукмини. То есть они знали друг друга каким-то образом. Тем более царской династии. Уж если, ну как, Субхадру знал весь мир вообще. Друпади знал весь мир.
Все кшатри собрались сюда немедленно на своем вару. Хотя не видели никогда ее до этого, но знали ее хорошо. Уже слышали они. То есть люди знали на слух эти вещи. Поэтому я точно не знаю этот сюжет, я не читал из писания именно. И потом они же двоюродные братья. Кришна Арджуна и Пандавы. Они знали друг друга, конечно. Ну, это фильм, да. Фильм — это фильм. Будьте осторожны с фильмами. Преданные буквально иногда принимают фильм как авторитетное что-то. Нет, нет, нет. Это, там есть творческие как бы, приемы также, как искусство. Можно, да, вопрос? Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Вот тут в стихе описывается четыре вида оружия и последний вид падма, лотос. А как это можно понимать? Ну, лотос как оружие. Лотос как оружие? Да. Ты не знаешь? Кришна нежный, с преданными, как лотос. Это разве не оружие? По отношению к преданным. Он не побеждает разве нежности? Кто нежнее Кришны, скажите? Кришна. Да он его сразу победит. Или хотите булавой? Чакра, булава. Раковину устраняет все страхи. Когда он трубит в раковину, преданные все ликуют, демоны дрожат. Булавой он убивает демонов, она вся в крови у него, кстати говоря. Вся окрашена, он не стирает кровь. Багровая от крови демона. Ну а лотос для преданных тоже оружие. Булава. Булава. И чакра. Все есть, видите. Экстаз просто. Меня так спрашивают, как будто думаете, что я все знаю про Кришну. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вы сказали такую фразу, когда рассказывали, что Арджуна выбрал Кришну. Как все происходит по твоей воле, просто возьми вожжи колесницы. И вот как развить такое сознание, чтобы это не было сахаджи, не было эксплуатацией или фамильярностью по отношению к Кришне? То есть развить искреннее вот это вот сознание, что я доверяю тебе, просто вот, ну, управляй. Чтобы это не было использованием Кришны. Через служение этот опыт приходит. Через служение мы обретаем опыт, как Кришна помогает преданному, защищает его. Все преданные, кто выходили на Санкиртан, на улицу, все сразу получали этот опыт, как Кришна их защищает. Спасибо. На Харинаму выйти. Просто вот в город, там, где люди ничего. Могут быть даже враждебно настроены по-всякому. Сразу получаете опыт. Через служение. Хари Кришна, дорогой Чайтани Чандра Чаран Прабху, примите мой поклон, пожалуйста. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать про процесс наполнения сердца? Вы в одной из прошлых лекций по Шримад-Бхагаватам сказали, что мы не переживаем эмоции, как не чувствуем так, как в прошлой эпохе люди. И я это прям почувствовала, то, что сердце, оно правда, ну, мало что рождается. Правильно я понимаю, что это именно через слушание больше? Вот когда слушаешь, и тогда сердце наполняется, начинает что-то рождаться. И вот вы еще сказали про медитацию. То есть важно вот это желание что-то развить. И желание, оно появляется через слушание. Не просто слушание. Слушание — это самый мистический процесс. Слушание с верой дает такой результат. Тогда сердце наполняется. И если вы слушаете преданного, у которого есть вера и знания, и опыт духовный, вера может зародиться. Так, вот это слушание уже сделает вас внутри счастливым человеком, наполненным. Вы поверили, Боже мой. Совсем другая жизнь, да?
другие смыслы, новое все. Замечательно. Все, у вас начинается процесс, значит, наполнения. Энергия идет. Вы хотите что-то делать в этом направлении, вы готовы. Так у вас вера появилась. И если вы уже с этой верой общаетесь, с преданными, у которых также есть вера, зародившаяся и другая вера, еще глубже проникает духовная энергия. То есть, когда взаимно есть вера, в обществе вайшнавы обсуждаете игры Кришны, святое имя, тут есть вера, то вы можете дойти до экстатического транса в этой йоге. Нет препятствия, что это вера, нужно углубляться прямо на глазах. За короткое время буквально. И если такая у вас вера появляется в духовную семью, вот такое сплочение духовное, то ваша практика становится, ну как бы, вы начинаете с Кришной общаться в сердце. Лично. Через святое имя, вот, через чтение книг, вы начинаете ощущать, что Кришна присутствует в вашем сердце. Не только там у кого-то, и только когда мы встречаемся, но у меня тоже есть это в сердце. И когда вы обнаруживаете это, вы обретаете трансцендентные чувства. Глаза, уши, обоняние, вкус, осязание становятся проводниками знания. То есть вам не нужно ломать голову. Вы начинаете ощущать всеми чувствами и умом. Это называется вкус. Этот вкус может пойти дальше. Развиться до того, что начинаете привязываться к Кришне. И этому сопутствует, как правило, некое чувство разлуки с Богом. Тут ваше сердце будет очень наполнено. Много будет волнений. Много будет волнений, переживаний, молитв. Много будет попыток и действий. Здесь будет очень много разнообразных проявлений, которые даже вы не знаете в себе. Непредсказуемо. То есть вы этим не владеете уже больше. Если возникает привязанность, то вы в руках Кришны фактически. Вы чувствуете и знаете то, что Он вам говорит. Но начинается с веры, слушание с верой. Также воспевание святых имен. Это Шрадха Намабас называется. То есть с верой воспевать нужно. Если же Ашрадатхана Пуруша, если же человек без веры это делает, тогда что? Он сосредоточен на своей Пуруше. Слово Пуруша используется как Кришна. Ашрадатхана Пуруша, он остается Пурушей, наслаждающимся. И он не будет наполнен изнутри. У него будет расти ложная гордость при воспевании святых имен. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Спасибо вам большое за лекцию, Гурудев. Хотел вас спросить, в процессе жизни и преданного служения мы совершаем ошибки. И наблюдается определенная закономерность. Я понимаю, что это связано с имперсонализмом, невнимательностью, как вы говорили вчера на лекции, на инициации. Но также с большой концентрацией на себе. И как правильно с этим работать? То есть что дальше нужно делать? Потому что когда эта ошибка совершается, это очень расстраивает преданных вокруг. Это внутри деморализует. Разные ошибки, например, у нас случилось так, что важно было встретить гостя, например, я это не сделал, я понимаю, это расстраивает преданных. Различные такого характера ошибки, где проявлена моя невнимательность как преданного. Что с этим можно делать и как правильно? Добавить просто в свой разум, и все, в следующий раз не будет такой ошибки. А вот если она все равно потом повторяется? Может, снова и снова? В другой степени, в другой ситуации. Да, не сразу, я понимаю. Видите, есть же корень этой ошибки, еще корень-то еще живой. То есть снаружи мы вроде поняли, все, я больше так делать не буду, но корень там остается, он прорастает в другой форме, в какой-то другом месте. Мы не узнаем, что это та же самая нартха.
Но постепенно мы же добираемся до корня. Если мы принимаем духовного учителя, то сразу он указывает на этот корень. Только об этом речь идет. Мы не говорим поверхностно о психологии, допустим, на лекции по Бхагавату. Это в другой ситуации. А если мы говорим о духовных вещах, то корень всех анарт — это желание господствовать и наслаждаться. Это нас делает глупыми во всех отношениях, нечувствительными, сосредоточенными на себе. Есть просто лень также, гуна соответствующая у всех, Если бы нам дали еще какой-то более легкий путь, мы бы выбрали более легкий путь. Зачем Харе Кришна повторять? Здесь чуть полегче. Потому что человек скажет, о, нет, спасибо, я сам. Ну и слава Богу, мне легче. Такое тоже случается с нами. Все такие сегодня. И почти все. Мы учимся, мы все ученики. Не нужно себя травмировать таким путем, но мы извлекаем уроки. Как научить преданных не хлопать дверьми? Ну, Прабхупада научил сразу. Если просто об этом говорить, мы видим, что человек не сразу может усвоить. Привычка хлопать дверьми, он не замечает вообще этого. Раз, ой. Да, вы мне говорили, извиняюсь. Третий раз, ой, опять. Потом понимает, что лучше уже не говорить, не ссориться, он все равно не справится. Он и продолжает хлопать так постоянно. Ну, такое. Любить его, какой он есть. Так, на этом мы сходимся. И терпим, пока не взорвемся. Но Прабхупада сказал однажды, всякий раз, когда вы хлопаете дверьми, моя жизнь сокращается. Сразу все становилось. Так любили Прабхупаду. Нет, мы не можем. Это ужасно. Это ужасно. Это проникло. Все, нет анархии, смотрите. Ну, учимся. Что-то же должно проникнуть в сердце. Помилуйся, Кришна. Мединипати Прабхупада поехал, как рассказывал духовному учителю в Австралию. Его духовный житель Макунда Госвами Махарадж, один из самых первых учеников Прабхупады. И он такой, знаете, он, ну такое смирение, это редко вот. И там жили в одном доме, или где-то рядом они, приехали пообщаться с духовным учителем, послужить ему. Он выходил там, тоже свое белье развешивал на веревочке около дома. А я в день Пати Прабху тоже там развешивал свое белье на веревочке, на просушку. Однажды его позвал духовный учитель и говорит, послушай, вот, а ты можешь, не трудно тебе будет, вот прищепку вот не так вот криво оставлять, а ровно вот так, цепляешь, чтобы она ровно висела, вот так вот. Не так вот. Можешь так делать? Ну, конечно, могу, Гуру Махарадж. Ну, я понял, все. Нет проблем, конечно, еще сложно. Спасибо. На следующий день Гуру зовет его. Посмотри. Значит, все-таки это трудно. Значит, это все-таки непросто. Подумай об этом. В чем сложность? Я понял, что сложно ложным эго, поэтому я забываю об этом. Просто ложное эго, что гуру мне показывает сейчас. И когда он уже стал молиться Кришне, чтобы все прищепки не забыть, повесить нормально, говорит, только при помощи вот этой молитвы, говорит, я все-таки это сделал. Простая маленькая вещь, смотрите. И наша жизнь состоит из таких маленьких вещей, соткана, которые мы не видим. Делаем просто по привычке или из какой-то своей позиции природы. Не учитывая, что думают другие люди. И даже не думаем об этом. Это ваша проблема, если вы что-то подумали. Я живу, как живу. Я свободный человек.
Но вайшнавская культура это заключается в том поведении, чтобы не беспокоить никого вокруг. То есть мы предчувствуем, предвидим, развиваем эту проницательность. Начинаем понимать друг друга глубоко. И среди искренних преданных это происходит быстро, это обучение. Вот как ты спрашиваешь, почему ты спрашиваешь? Потому что ты сейчас глубоко думаешь об этом? Почему ты глубоко об этом задумался? Почему ты не сказал? Ну и что? А что я такого сделал? Он сам этого хотел. Я вообще тут ни при чем. Какие ко мне претензии вообще? Ты же такого не говоришь. Ты учишься. Это правильная позиция. То есть мы на верном пути. Даже совершая ошибки, мы на верном пути. А почему жизнь сокращается? Почему же сокращается? Она и так сокращается. Тут еще добавляют ударами, дверьми. Это же стресс. Это же стресс. Или для тебя нормально? Для твоей жизни сокращается, видимо, нет? Но пропасла жизнь, его жизнь сокращается от этих ударов. Ну, вот такая чувствительность у Прабхупады. Материальные звуки вообще не чужды для духовного уха. Материальные звуки. Поэтому мудрецы или они в отшельничество ходили в какие-то места прекрасные, знаете, для медитации, чтобы там природа, она отражала их медитацию. Или когда вы окружены преданными, тоже вы чувствуете себя лучше. Отражает ваши мысли, ваши чувства, вы себя чувствуете в понятной среде. Но если сейчас тебя поместить, скажем, в общество грубых, пьяных людей и развратных, ты в ужасе, ты в шоке, твоя жизнь сократится. Понимаешь, да? То есть ты не захочешь вообще так жить. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Гуру Махарадж, я хотела поделиться историями о Джаганнатхе, и потом будет у меня вопрос, если можно. Недавно я до Индии жила с одной женщиной, но я снимала жилье, и ей не нравилось, что я жгу благовоние. И она попросила не жечь, так как у нее физические прям недомогания. И я попросила ее не готовить мясо, так как этот запах я тоже не переношу. И она... На удивление она согласилась и говорит, я раздам мясо всем родственникам. Она раздала мясо, потом видела Джаганнатха, вопросы не задавала, но вот я часто путешествую, но понимаю, что путешествую не я, а Джаганнатха, я за ним следую, потому что такие истории удивительные происходят. И всегда, где я с ним живу, те люди вообще не готовят на кухне, то есть я прихожу туда, начинаю готовить. И недавно, после Индии, я сняла жилье около работы. Это частный дом, на второй этаж полностью мой, первый этаж — это их. Ну, то есть там живет парень. Через 3 дня он мне рассказывает, что он алкозависимый, и говорит, вы что, не заметили? 3 дня я был в запое, а я даже этого не заметила. Потом мы разговорились, я принесла ему просад с Говиндаса. Я хотела ему книги дать почитать. И он подвел меня к своей библиотеке, ну там была художественная литература, говорит, наверное, тебе это неинтересно. Я говорю, да, неинтересно. Сейчас, говорит, я тебе кое-что принесу. И приносит Бхагавад-гиту. Я была очень удивлена, я даже заплакала, потому что я говорю, как, откуда она у вас? Он говорит, это высшая из книг. Вы, говорит, ее обязательно прочитайте. Я говорю, а вы ее читали? Он говорит, нет, я, говорит, ее не читала, мне, говорит, ее дали. Вот, и... Потом он рассказывал про своих друзей. Они приходят, алкоголь пьют, я это видела. Потом они жарят шашлыки, то есть друзья уходят, там бардак. И он говорит, вот у меня такие друзья, они мною пользуются. Я говорю, а вот мои друзья. И начала рассказывать про преданных, как мы готовим, как мы собираемся вместе. И он заинтересовался, он хочет познакомиться. И когда я приехала с фестиваля, с Бхактиджан, они... Встречает его папа, дедушка, помогает мне зайти домой, то есть гостеприимство, все. И говорит, помогите моему сыну. Я говорю, я не знаю, как ему помочь. Я говорю, что я смогу, я сделаю. И ему, говорю, нужно поменять окружение. Он говорит,
Главное, чтобы он в секту, говорит, не попал. Я, говорит, знаю, говорит, Хари Кришна секту. И, говорит, там одна, говорит, кришнаитка, она, говорит, знакомая, бросила семью и куда-то уехала, детей бросила. Я говорю, нет, кришнаиты, они не такие. Говорю, она, наверное, не кришнаитка. Я говорю, ну, там надо историю как бы узнать. Может быть, там... Я говорю, не до конца знаете всю историю. Он говорит, я готов его и в секту отдать. Говорит, чтобы он там кубики... Ну, он показал, ну, видимо, четкие кубики, говорит, чтобы перебирал. И потом он как-то каким-то образом заходит в мою комнату, как-то помогает что-то, и Джиганат, он его то ли не видит, я не знаю, там киртана поет, он как-то ничего не говорит, заходит, выходит, в общем. И как-то я приносила просад тоже, он так осторожно посмотрел. Но когда съел пирожки, теперь он неделю от меня не отстает, говорит, откуда эти пирожки, очень вкусные. И говорит, я повар первой категории, но такого, говорит, я еще не кушал. Ну, в общем, вот когда я понимаю, что Джиганат для чего-то туда пришел, потому что очень за 2 года истории с ним связанных, удивительных, как люди меняются, меняют образ жизни, сами практически я им ничего не говорю. И у меня вот вопрос, он хочет прийти на программу, но он постоянно пьяный. Вот и как можно помочь такому человеку? Только просадом закормить или что сделать? Ну, ты уже лучше знаешь ситуацию. Человек ценит Бхагавад-гиту, хотя не читал. Если он хочет узнать содержание Бхагавад-гиты, спроси его. Скажи, я почитал вообще твою книгу? А ты что, не читал? Странно. Такая книга у тебя, ты не читала. Я сама первый раз взяла. Я поражена вообще. Посмотри, потом поговорим. Придумай что-нибудь, ты же хитрая. Вот. И поскольку ты уже про пирожки сказала, образ пирожка уже попал в ум, как бы. Вот. И все хотят просад. Пробудилась до этого. Медитация. Медитация. Что, Прабхупада, какие?